Можно? Входи. Пап, тут такое дело. Ну что, денег, что ли? Да нет. Тут дело вот какое. Я слышал, Петелина Виктора прочит на это место. Какой Петелин? Кто это тебе сказал? Будешь слушать всякую ерунду. Это, что ли, ты мне пришел доложить? Да ты послушай. Кто бы ни был, Петелин, кто другой, он же будет с тобой советоваться по поводу кадров, правильно? Ну? Для меня это шанс. Какой шанс? Мне 27 лет. Я сижу на 130 рублях. Ну и кто тебе мешает? Ты. Ну прекрасно, уже не мешаю. Так я хочу, чтобы ты помог. О чем здесь спорят? Нет, тут не спорят. Я все ждал. Что же первое скажет мне мой старший сын в эти дни? А он говорит, хорошо, папа, что тебя сняли. Теперь мне никто не будет мешать расти на производстве, делать карьеру. Нет, мой милый, не то тебе мешает, что ты мой сын. Сережа. Способный человек всего добивается сам. Сам! И это все разговоры, что ему кто-то мешает. Сережа. Но ведь вы же заняли все места. Коля. Никому ничего не желаете уступать. Ой. Что, не так? Как ты разговариваешь с отцом? Знаешь такое изречение? Нашел свое место в жизни, жди, пока она освободится. Ой. Так вот, освободилась. Берите! Сережа! Коля! Коля!